Я так рада, что он поправился. Сейчас он здоровее, чем раньше. Он много ест. Может, это самый счастливый период в его жизни. Наверное. Интересно, о чем мы думали в его возрасте? Я хотела выйти замуж за полицейского. Мама мне рассказывала. Правда? Будто это было вчера. А мне уже почти 30. Вот уже 7 лет, как мы ушли с работы. Мы столько говорили, мечтали. Ты еще хотела домик в пригороде с большим двором и еще с чем-то. Я забыла. Собака. Точно. Ты хотела терьера. Эрдель-терьера. Мне вспомнился тот раз, когда муж принес тебе компактную пудру. Да, Макс Фактор. Точно. Макс Фактор. Ты так о ней мечтала? Это да. Хироси, осторожнее. Я долго так не выдержу. Я устала. Не забывай мечтать, как раньше. Хироси скоро вырастет. Да. Надеюсь, он вырастет побыстрее.